меня просто есть руководство, если оно мне вызывает, я не могу. Смотрите, сейчас стоит вопрос. Ваши, скажем так, дальнейшие работы принимают вас в Житомир или не принимают? Практически на сегодняшний день собрались, мы собрались руководители, руководители общественных организаций практически. Но когда мы начнем собирать свои все организации, то будешь больше людей. Просто не пустим вас. Так вы для себя определитесь. У вас есть ваше руководство. Вторник. Желательно, чтобы руководство тоже было. Я приглашал товарища Мартынюка, да. Но он нас игнорирует. Я так понимаю, он хочет, чтобы вся Украина, атошники, к нему приехали. Я ему предлагал уже готовить, запасаться там блинчиками, конфетами всеми, но он как-то нас игнорирует. Поэтому можете его тоже пригласить на вторник. Я думаю, это тоже будет. Мы его спросим, почему доведено до такого не только в Житомире, но и во всей Украине. Такие вопросы есть. Что он вообще там делает? У меня просто вопрос. То есть, если вопросы будут с первых шагов начинать, ну да, так как рубиться, предыдущие начальники, то мы будем уже... Кончится все просто плачевно, скажем так. Потому что мы уже люди нервные, да? Я повторяю. Контужены. Более ранее. Того, да. И в своих действиях можем иногда там отходить от нормы какой-то. Поэтому лучше с первых шагов... Ну это да, это так, это сразу. Мы ушли немножко от этого. Лучше с первых шагов начинать наводить здесь порядок. Ну, да, а мы это будем контролировать. Вы начинаете нависать и... Монет. Мы собираемся в актовом зале, все насущные проблемы с вами обсуждаем. Попросить губернатора присутствовать, я попросил. Мы попросим, тоже пригласим. Я только за, чтобы он тоже присутствовал. Чтобы все мои вопросы сразу там на месте какие-то, может быть, и принимать. Не, ну вот видите, потому что получается, вот это все делается втихаря, по чьей-то просьбе отсюда, по чьему-то велению оттуда. И для решения конкретно чьих-то вопросов вас сюда присылают. Вы говорите, нет, я белый и пушистый, приехал навести порядок, да? Ну это любой так скажет. Сначала нужны собрать эти вопросы. Виталий Константинович, Житомир – маленький город, где все знают всех. Где знают, что происходит. Где вы привели свою команду для определенных целей. Но вы не можете поменять все управление. Вы привели 4 человека. Смотрите, речь не идет о командах, речь идет о профессионалах своего дела. Для того, чтобы решить ваши насущные проблемы, проблемы бабушек, для того, чтобы их решить, это уже мой вопрос. С какой командой, с какими специалистами? Через 2 недели мы увидим работу, да и все. Мы давайте по проблемам, которые есть на сегодняшний день, мы по ним разбираемся, ищем путь решения. А дальше с кем и как я это решаю, это уже как бы... Давайте главное, поймите, для вас и для меня главное результат. Если вы получаете результат, по сути, вам все равно, как вы его получаете, правильно? Не, ну как? Главное получить...